Продолжаем дорожную тему. Пропускная способность Московского проспекта увеличится. Так считают в мэрии Ярославля. Сегодня от проспекта Фрунзе до улицы Пролетарская намерены убрать дорожные знаки, запрещающие проезд по выделенной полосе для общественного транспорта. Если эксперимент окажется успешным, эта полоса станет доступной для всех автолюбителей. Все время, когда делали конструкцию Московского проспекта и из двухполосной делали трехполосную, все это было задумано для того, чтобы снизить нагрузку на Московский проспект и увеличить пропускаемую способность, пропускную способность. И поэтому в связи с тем, что данное движение только было для автобусов, и легковой транспорт двигался две полосы, все-таки проблема не была решена.